Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним упражнение. Номер 3 на странице 90 учебника математики для первого класса автора Дорофеева. Ширина прямоугольника 3 сантиметра, его длина на 8 сантиметров больше. Чему равна длина прямоугольника? Начерти этот прямоугольник. Давайте сначала узнаем длину прямоугольника. Известно, что его длина на 3 сантиметра больше, чем ширина. Чтобы ее узнать, нужно к 3 прибавить 8. Получится 11. 11 сантиметров длина прямоугольника. Теперь нам нужно его начертить. Ширина 3 сантиметра. Длина 11 сантиметров. Вот этот прямоугольник. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.